детский сад, школа, институт, работа. На нее еще и надо устроиться. Но тебе повезло, ты прошел собеседование и получил работу. И вот ты работаешь 11 месяцев в году на хозяина. И у тебя есть отпуск. Такой долгожданный. Мгновение свободы, но только в то время, которое удобно компании. Ты полон решимости и целей. Мечта за мечтой мелькают в твоем сознании. Ты повторяешь: деньги — это свобода. В действительности ты только что продал ее за деньги. Отныне твоя жизнь, твое время принадлежит не тебе. Свобода — нет такого слова в твоем алфавите. Это мир абсолютного большинства, 99% населения. Поздравляем, теперь ты раб. И твое назначение — создать хозяину свободное время, отдав взамен свое. Пришла пора открыто признать это, а не называть себя ценным специалистом, востребованным на рынке. Ты ничуть не ценнее для хозяина, чем негр на хлопковой плантации штата Миссисипи в 1700 году. Отличие лишь в том, что тебя не порют вожжами на конюшне за малейшую провинность, а отчитывают на ковре у хозяина и лишают премии. Бесправный винтик в чужом бизнесе, планах, которому не дано самостоятельно распоряжаться ни собой, ни своим временем. Винтик, который в любую секунду можно выкинуть и заменить на другой. А ведь тебя обязательно спишут. Лет через 30, когда ресурс твоей молодости иссякнет. Ты стал ненужным. Крик души: за что? Ведь я отдал всю жизнь хозяину. За деньги. Ведь ты продал, а не отдал. Остановись. Ты тратишь то, чему нет цены, за что сильные мира сего отдали бы все время своей жизни. Хладнокровно продаешь минуты, годы за весьма скромную плату. Твоих сбережений не хватит и на год свободной жизни. Но ты не один. Вас 99%. Вы все уникальны. И в завершении лишь одна мечта объединит вас. Проданная по дешевке молодость. Ты и хозяин. Вы оба создания из разных миров. Его мир — мир избранных, которые живут в сейчас, купаясь в роскоши, получают от жизни все. Все, чего пожелают. Желания здесь не загадывают, а исполняют. В этом мире единиц время течет по-иному. Карманы всегда полны денег. Вопрос, сколько стоит, уже неуместен. Но все это лишь жалкая мелочь в сравнении с главным плюсом их мира — истинной свободой. Отличное от понимания свободы большинством. И твой рабский мир — обитель хаоса и вечного бега по кругу, где нет и намека на свободу, лишь выживание. Но вы оба родились голыми, руки, ноги, все одинаковое. Все, за исключением одного. Цена твоя в 1000 раз отлична от цены хозяина. Закон 90-10 гласит, что 10% людей имеют 90% всех богатств. В действительности же 1% владеет 99% всех богатств на земле. Секрет в том, что ты сейчас зарабатываешь ровно столько, сколько ты стоишь. Сколько стоят все твои знания, навыки и то, о чем ты думаешь большую часть своего времени. Твоя цена смешна до слез. Твой рабский мир не изменится никогда. Все, что хочешь получить, сначала отдай. Хочешь, чтобы тебя любили — люби сам. Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай всех. Хочешь богатства, свободы — делись деньгами, отдай десятину с доходов, не ожидая чего-либо взамен. И в этом есть величайший секрет Вселенной, ибо, отдав что-то, Вселенная остается тебе должна, и она отдаст тебе свой долг с лихвой.